Археологи нашли город Майя с 60 тысячами построек. Город загадочной цивилизации удалось обнаружить с помощью оптического локатора, который убрал изображение крон деревьев с цифровых снимков местности. В джунглях Гватемалы археологи обнаружили город Майя, который включает в себя около 60 тысяч различных построек, сообщает National Geographic 1 февраля. В городе древней цивилизации сохранились руины домов, дворцов, террасы дорог, а также сложных систем ирригации для орошения земель. Исследователи нашли город при помощи оптического локатора. Лидер убрал изображение крон деревьев с цифровых снимков местности, и под ними ученые увидели город. Находка дает ясно понять, что весь регион был одним большим ареалом расселения, масштабы и плотность которого были сильно недооценены, говорит один из авторов исследования. Ученые говорят, что эта находка говорит о том, что численность населения цивилизации Майя была значительно больше, чем принято считать. Ранее ее оценивали в 5 миллионов человек, в то время как теперь исследователи считают, что можно говорить о 10-15 миллионах. Цивилизация Майя начала формироваться около 4000 лет назад. Своего расцвета она достигла в 7-9 веках нашей эры. С 10 века начался резкий упадок цивилизации. Ученые до сих пор не могут прийти к единому мнению, с чем же именно он был связан. В 16 веке остатки Майя были уничтожены прибывшими из Европы конкистадорами. В 2016 году сообщалось, что в Белизе нашли необычную гробницу Майя. До этого ученые уточнили причины упадка цивилизации Майя, сопоставив политическую и климатическую ситуации тех времен. Не Клеопатра. Раскрыта тайна краха Древнего Египта. По материалам сайта newsgro.com.